Рыбы, не щадя себя, постоянно попадают в странные ситуации, при этом говорят, что с ними все в порядке. Хотя это не так. Сделают все возможное, чтобы помочь и сделать тебя счастливым. Какой у нас сегодня будет день? Подробнее в рубрике «Гороскоп». 5 июля. Овен. События этого дня потребуют от овнов одинакового отношения к окружающим, как мать равно относится к своим детям, не выделяя любимчиков. Все мысли могут воплотиться в реальность. Опасайтесь обмана и искушений. Нужно относиться ко всему с терпением. Необходим контроль над своими чувствами и эмоциями. Телец. У многих тельцов сегодня появится возможность продемонстрировать свои лучшие стороны. Проявив искусство дипломата, они блестяще проведут финансовые переговоры и заключат выгодные сделки. Безукоризненно выполняйте свою работу, чтобы у руководства не было оснований вас в чем-то упрекнуть. Близнецы. Этот период располагает к отдыху. Если это возможно, возьмите несколько дней в счет отпуска. Спокойный анализ вдали от дел поможет вам открыть новые способы разрешения привычных проблем. Старайтесь избегать людей и ситуаций, с которыми вы чувствуете себя некомфортно. Рак. Предстоящий день даст ракам возможность начать новую жизнь, продвинуться в карьере и устроить свои семейные дела. Стоит рассчитывать только на себя и опираться на традиционные ценности. Лев. День неблагоприятен для продвижения дел. Слишком сложно договориться с партнерами, да и конкуренты не дремлют. В финансовых вопросах велика вероятность принятия неверных решений. Дома возможны периодические споры с близкими. Только вечером удастся успокоиться и договориться. Если есть сомнения, откажитесь от вложений, заключения сделок, прочих торговых операций. Подумайте об отпуске. Дева. События этого дня могут заставить Деву защищать свою независимость в каких-то чисто личных достижениях. Многие будут способны вносить живую струю в любую ситуацию, вызывающую у них интерес. Не действуйте наперекор другим, потакая своим прихотям и позволяя себе странные выходки. Весы. Неблагоприятные начала новых проектов, физическая работа и дальние путешествия. Не исключены переживания, связанные с отношениями с родственниками, соседями, друзьями и просто знакомыми. Воздержитесь от принятия важных решений, подписания документов и контрактов, обсуждения задач и планов выступлений. Отложите медицинское обследование. Скорпион. Вам гарантирована помощь звезд в профессиональных делах. Ожидается успешная работа совместно с партнером или напарником. Настраивайтесь на сотрудничество. Ваш успех и финансовое благосостояние будут зависеть от вашего умения ладить с партнерами и использовать высоких покровителей. Стрелец. Вероятны ситуации, за которыми могут последовать перемены и перестановки. Появится возможность разрешить сложные вопросы в партнерских отношениях. Материальный стимул поможет вам собраться и действовать в верном направлении. Козерог. Этот день будет связан с получением важной информации. В результате могут появиться возможности работы с иностранными фирмами и зарубежными партнерами. Это будут знаки судьбы. Положение козерогов должно укрепиться. Опирайтесь на достигнутое. Ваша накопленная база даст уверенность в завтрашнем дне, а главное – убережет от потерь. Водолей. Выражение «золотые руки» многие водолеи сегодня услышат в свой адрес, так как они превосходно справятся со всеми видами ручного труда, требующего высокого мастерства. Ищите новые возможности, проявляйте участие в коллективных мероприятиях, совместных проектах. Будьте доброжелательны и великодушны. Рыбы. Этот день неблагоприятен для ответственных дел. Вас могут отвлекать посторонние разговоры, незапланированные поездки, непредвиденные новые задания. Лучше завершить уже начатое и навести порядок в личных вещах. Займитесь теми делами, где вы максимально самостоятельны. Порадуйте своих домашних чем-то приятным.